Только руку надо. Так-то лучше. Три, два, один. Это куб, где простые игры становятся сложнейшими испытаниями. Семь игр. Девять жизней. И конец. Ой. The Cube. Продолжай. Ну как, дорогие друзья, догадались, у нас сегодня пятый выпуск нашего шоу Куба. Несмогущий, неповторимый, Куб непобедимый, снова будет играть против нашего друга Андрея. Почему мы ждем тогда? Потому что встречаем Андрея. Ну как ты знаешь, что здесь все всякое в кубе? Я, конечно, все знаю, правила знаю. Ладно. Например, что у тебя будут три подсказки. У тебя будет воплощение. Боже, идущего. Да, и полная попытка. Я чуть подсказки не миллионеру чуть сказал. Да. Ну, мы все поняли. Готов садиться с кубиком? А? Готов садиться с кубиком? Нормально. Да, готов садиться с кубиком, я сказал. А, это... Извините, я просто не расшушил, да. Хорошо, тогда первая игра на 125 тысяч гривен. Шучу, моих денег. Покажи нам игру. Да. Куб ждет, подожди. Подожди, немножко. Да, его настраивай там еще. Да, он думает, не думаю, что вы, подожди. Как типа я камера. Да. Интересно, кто играет здесь, никто не будет. Я вам простил. Стой. А, подожди. О! Стой. Я буду найти. Она такой сложный микрочка, такой бывает. Ладно. Конечно, новое же, надо познакомиться. Угу. Хорошо. Куб, покажи его. Я чет... Он же выбыл тебе. Сегодня, сегодня может четырежды выиграю. Да. О, стоп. Куб уже подобрал тебе игру наконец. И она то же самое, как ты встречал раньше. И, типы. Ты снялся. Покажи нам правила. Конечно, я хочу это испробовать. Хорошо. Ты помнишь, Андрей? Конечно, помню. Да. Первый раз мог. Теперь второй раз. Да. Без полной попытки рискуем. Да, пошел в куб. Главное, чтобы давай, он не зашел. Лунную походку. Ой! Ладно. Давай. Ты... Андрей, стой. Стою. Вот здесь смешные неполадки у нас были. Я просто так стою, чтобы мне удобно было. Окей. Я же, конечно, хочу показать, да, увидеть схему. Да, ну только Андрей, у тебя 59 жизней, я могу спросить. Какие у тебя ощущения в кубе? Снова нормальные. Да, ты можешь, чтобы ты игре делать надо? Да, я знаю. Там все эти стадионы, можно сказать. По... Какие по... Готов? И все остальное. Ты готов? Естественно. Естественно. Покажи порядок графического ключа. Да то же самое! Я знаю, но просто я не могу это выполнять. Хочешь покажу снова? У меня что-то не погрузилось. Все. Да я сам... Стой. Ну, может... Так она... Ну-ка, вот. Значит, надо, куда? Надо кубики брать. Тут надо кубики брать, а потом ставить их по порядку. Да я просто размышляю, как надо. Такс. Стой. Первая? Да. Все,
сейчас. Так, вспоминай, где она еще. Сюда, наверное. Да. Сюда? Есть. По-моему, еще сюда. Да. И это еще что? Где? Вот сюда посмотри. Не знаю, наверное, камень устроит. Да, я поставлю вообще-то. Продолжаем. Зиона не оказалось. Последнее. И конечно, все правильно, Андрей. Первый гуд и пошел. Только палочки нету. Это палочки внимание может не обращать. Камера вот так удвояется, вот меня снимает. Я, конечно, первый раз это вижу. Ну что же могу сказать тебе, Андрей? Первая игра пройдена. Дина молодец. Ладно. Ну раз ты пошел в нашу первую игру, кстати. А теперь знаешь что? Ты смог выиграть наконец-то 125 тысяч. Ну что ж, Андрей. Вторая игра на 250 тысяч. Куб, покажи нам эту игру. Так, подожди. О, вспомнил. Вперед. Новый момент для тебя. Я не знаю, как она переводится, но, скорее всего, она называется «Разгон». Я забыл. Я тут заряжаю ноутбук. Да. Ну вот, Андрей, наша следующая игра у тебя называется «Разгон», конечно же. А знаешь, что... Ну, я, конечно, первый раз вижу, я хочу, чтобы ты его показал. Ну, необходимо просто квадратики запустить, прикажу нажать, и я потом... Ай! Что это было? Я не знаю. А, это он может. Не обращай внимания. Ладно, поехали. Откройте нам дверь, пожалуйста. Да, сейчас я тебе правила игры рассказать. Ну, помню, что-то... Ну, а что? Тут у нас же квадратики, чтобы они в синезоне плавно резались, на самом деле. И на самом деле потом, чтобы они... А, сейчас напоминает. Ну, мне потом просто квадратики, чтобы нажать на кнопку, чтобы запустить квадратик, а потом снова, чтобы застать в синезоне, а потом повторить это с другими квадратами, понятно? Понял. Готов? Да. Положу тебя внутри кубика. Откройте. Закройте. Все, заходим. Какие ощущения у тебя с новой игрой? Дважды нормально. Да. Нажми на кнопку, просто еще будет. Нет, не так. Не так. Не так, зачем дважды нажал? Подожди, ты сказал на красную нажать. Да, на вот красную на один кнопку. Раз. На красную один ну, раз. Ну я один раз. Ну а смотри. О, смотри, тут необходимо снова нажать, чтобы остановить в красной зоне квадрат. То есть в синий. Все верно, если она просто чищища дотагивается, это нормально. Главное, чтобы она можешь не выходила. Сказать, да. Готов? Нажми на другие, чтобы начать, понял? Ага. Начинай. Сейчас, подожди. Любое время, нажимай на кнопку снова. Прошу прощения, я просто тут один писал. Ага. Извините. Стой. Память остановилась, еще немножко. Я думаю, у них будет та же самая скорость. Нет.
Скорость будет повышаться. Скорость повышаться будет. Ему на одном уровне остановить, надо все запомнить. Ему же на одном уровне. Еще раз. Да, нормально. Я подумал, что нет. Не знаю, как это лаги, это немножко по программе. Нормально. Немножко лучше. Сейчас, можно соберусь? А да. То мне что-то ощущение. А то мне что-то ощущение ломается. У меня ощущения ломаются. Ху! Привет, сейчас. Две. На место одна. Так, сейчас. Я думаю, что я проиграю, но я хочу выиграть. Так что удачи. Давай. Ты был неправ, потому что ты, конечно, смог ее пройти. Так у тебя там я музыку не показываю, не слышно вообще. Так. Да. Я пока двигаю по буты. Да, это вторая. И это чё? Не знаю, наверное, камеру поставил. Оставляем так, просто так, для декорации. Ну что ж, Андрей, ты пошел вторую игру и выиграл 250 тысяч. Тебя ждет третья игра на 500 тысяч. Куб, покажи игру. Да. О, вспомнил. Не смешно. А можно его забанить? Не смешно. Не смешно. Не смешно. Всё. А можно его забанить? Нет, да, не будем его банить, потому что, наверное, хочет потренироваться. Пусть он тренируется, чтобы он менял цвет. Ладно. Я Куб, покажи следующую игру. Я, конечно, вспомнил, но после этой игры я объясню. Угу. О, напоминает. Ой. Напоминает эта игра. Это называется размер, если я правильно помню. Да, это размер. Покажи нам игру. Да, дай демку найти. Все, пошла она. Ну что ж, Андрей, дай... Сейчас мы... не надо ее убивать, она нормально смотрится. Чёрный цвет. Я готов. А это вообще телевизор, он просто поставил на камеру. Это мы оставим как декорация. Ладно. Привет. Да. Ладно, ты готов? Без Угу. Готов. Пошёл в клуб. Луна походку не забудь, Андрюха. Ты куда? О, Луна, всё. Ты сам сказал походку, вот тебе. Я запутался чуть-чуть. Нажми на кнопку, а потом давай, нажми на кнопку, я тебе скажу, что потом делать. Ну, допустим. Ой, где он? А вот он. Ты не остановит костыком, когда он останется в синей зоне. Это точно поздно. Думаю, что не в синей. Это было поздно. Понятно, его убили. 8 lives remaining. А что это значит? Это значит 8 жизней осталось на английском. Вот если мне понравится 7 жизнь, то я кое-что решу. Давай. Попробуй. Жми. Я ж нажал.
Алло! Кто и генератор? Все, тише. В кубе, как всегда. Да. А, Ким, тише мы снимаем. Тише мы снимаем, как кстати. Да... Убить рано. Конечно же, рано. Вот, я... Можно использовать ведущего? Ведущего давай возьмем лучше. Давай еще. Хорошо, ваншот, помощь ведущего. Походку не забудь. Хорошо, да, выходи. Майкл Бектон. Да. Можешь себе попробовать сам, пойди за тебя игру. И еще есть муха на всякий случай. Так, вот я сейчас перезапущу ее, а теперь попробую пойти ее прибыль за тебя. Угу. Давайте внимание, обращай внимание. Ты, я уже понял, я просто смотрю. Ты сам что-то посидел. Да, посмотрим. Рано. Ты, блин, подожди, дай почитать внимание. Да, точь-в-точь почти, но это было рано. Ну ладно, я не знаю, да лучше посчитаем это победой. Ну! Ты начну новую серию, главное не забыть. Да. И тебя кем то же самое. Измени это пахнет. Ну, я благодарю тебя, я тебе помог пойти. Ой. И что, если дети, мы не виноваты. 100 тысяч было выиграно. Ты тумана. Что ты гана миллион? Покажи игру на игру. Именно. Угу. Напоминает. Лучше теперь она называется Хэббитом. Сетка. Типа ремонт. Андрей, ты знаешь, что тут делать в сетке? Как и управление, да. Там змейку надо остановить, да. Там змейку надо остановить в центре. Ты пойдешь? Я так обстрел, да. Пошел в куб. О-о-о, есть лицо упало. Обидно. Прям к зрителям. Да. Наверное, они еще живы там. Все живы, да. У нас бессмертие. Ладно, нажми на красную кнопку. Так подожди ты, сейчас. Стой, дай погрузиться. Так, нажми в центр черной зоны. Все, а тебе можешь дальше продолжать. Да. Ага, еще две змейки. Ай! Блин! Не надо было так рано нажимать. А можно испробовать, блин, который я говорил? Чего испробовать? Ну, у меня две там еще эти, как? Six lives remaining. Вообще не можешь встать в игре. А было на попытку, нельзя брать, когда ты уже рискнул. Вообще не можно? Да. Сейчас найдем упрощение. Тебе можно остановить. Тебе можно встретить 4 змейки, а не 5. Ну, слава богу, что не 5, а 4, я слава богу. Да, давай, попробуй. Половина пройдена. Раз, два, три. Средняя змеяка. Есть! Я почему-то звук увидел, который выбил, что-то не работает. Так, пошел, сколько упрощений. А что такое упрощение 4 змейки, а не 5, но в России было. Не держись! Не смешно. Сейчас удалем эту хуйню. И как я стану, блин? Это не смешно. Дайте мне эту ерунду удалить. Откуда оно у тебя? Это я ее взял для удаления. А остальные? Это я сейчас ее удалю нафиг.
Что там было? Что там было? Ну, опять снимай. Я это уже удалил. У меня вообще не мое внимание. Сетка пойдена. Закройте двери уже. Да. Ну, Андрей, хорошо, что ты сетку пошел. Вы имели в виду на этого чейсера, да? Да, чейсер. Угу. Я знал, что эта скотина постоянно любит использовать F3X, эта да. Скотина. Да, миллион ты выиграла. Ну, да. Миллион ты выиграла. Молодец. Да, миллион выиграла. Пятая игла на 2 миллиона. А теперь пошуку показали нам эту иглу. Именно. Да, новая будет в этих серых, когда она, наверное, не встречалась. Но я не уверен. Если я вообще пробовал. Это второй или третий раз, где она появляется. Нифига. Двойная остановка. Давай сейчас запустим демку. Defeated for 2 million XL. Да. Итак, это игра на 3-5. Ты знаешь, что тут вообще делать надо? Туда надо где 2 каска подать, как стоите в серой зоне, нажимая на кнопку второй раз. Понятно? Ну, если красный типа будет тут, а его надо закинуть в серую, да? Да, чтобы у них разная скорость будет. Готов? Ну, если как-то смогу, да. У тебя подсказка, мне только была попытка. Идем без пробной. О! А ты теперь хотели узнать, как Деван вообще обнаглел в своей игре? Он на последней игре вообще наглеет. Хотел взять полную попытку, а не получится, потому что рискнул. Хотел взять деньги, не получится, потому что рискнул. В итоге он проиграл все на последней игре. А то как и я бы еще бы проиграл. Ну пофиг. Итак. Нажми на кнопку, посмотри, что будет, Андрей. Ну-ка. Они будут двигаться. Нажми на кнопку снова остановить. Если они все затронули, это все равно считается победой. Не переживай. Это быстро пошел, ты пятый. Если долго мучиться, не быть получится. Понятно. А ты знаешь, что тоже серия? Ты вышел на это игра Подина и шестая на 4 миллиона. Покажи нам игру, Поп. Угу, да. Главное это все убрать. Главное, чтобы она такой вот для тебя, подходящей была. Ой, дурак. Ну, новинка! Может... Новинка в кубе, которую никто еще не видел на самом деле. Можно и так сказать. Метроном! Новая игра внутри нашего куба! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Готов увидеть? Угу. And completed for 4 million XL. Минуточку, сейчас подождите. Тебе только понятно, Андрей, метроном. Да, сейчас минуточку подождите. Окей. Сейчас видишь, что игра. Артём, что за фигня? Андрей, что за фигня? Что там опять вам надо? Это куб. Андрей, что там не так? Уйдёт, а тебе тишина. Я надеюсь, что он придёт. А что, куб озвучиваешь, Аким? Я тут, прошу прощения! Давай. А знаешь, что это игра сложно читать, я хочу с паном. Я думаю, хочу испробовать. Помню попытка, подсказка берем. Пробная попытка, точнее так. Попробуй губки без выигрыша и без потери жизни. Заходи, ты жизнь не потеряешь и не пойдешь на нее, если не выиграешь. А знаешь, что надо делать? У меня потерялся синий кубик, который будет стукаться, а стенки куба издавать звуки в центральной зоне. Только будет звуки издавать, давай. И каждый раз, когда... Готов, нажми на кнопку.
только, пожалуйста, не нажимай, не останавливай его так рано. Нажимай, и вот. Нажми, пока не видим, устали. Ну, хорошо, до красного, да? Да, жми, жми, да, жми. Ай! Да блин, во-первых, там не надо нажимать, когда он на красный дошел. А во-вторых, надо нажимать, когда он только невидимым станет. Видимо, я попытка повалена. Прошу прощения. Да. Да подожди ты, сейчас. Да. Вы испутили за падение. Сейчас. Еще раз. Рискуем, значит. Давай, бери, нажимай. Сейчас, только дайте, чтобы я, у меня получилось. У нас будет экран невидимый станет. Она будет звать. Да блин, на... во-первых, надо, чтобы она невидимой стала. А во-вторых, надо нажимать, когда она только невидимый станет. А чё ты молчал? А я тебе напомнил раньше, потому что уже. Артём вообще-то говорил. О, вы что, как она будет звать? Нажимай на кнопку. Вот, смотри. Вот она невидимая, теперь я снимаю на стуке, я останавливаю, когда она будет красной. Вот если я проиграю, то все, беру деньги. Ну ты же рискнул. А, ну так. А ты рискнул, так кто сказал? Виноват я. Он пошел, хоть его он частично затонул. Это все начинается выигрышем по правилам Куба. Метаном. Да. Главное, что он там на стуке надо обращать внимание, когда он стукает через стенки. Но ты выиграл 4 миллиона. А последняя игра, Андрей, у тебя будет одна из 6 первых. Ну, в сложенном варианте. Покажи нам игру. Да, ну, на 8 миллионов она. Покажи игру. Да, да. Пойдем смотреть, какая у тебя финалка будет. Она, опять? Она будет... Эмма, это потому что она... Последняя игра всегда твоя первая из 6, но усложненная. Ты хочешь сказать, что она уже совсем сложнее? Она была, только вот усложнилась. Значит, опять. После усложненной версии игры Dual Stop. Двойная... Так, где демка? Нету, по-моему. Есть она, есть. Она, я просто затерялся. О, нашел! Это трак, это усложненный трак. Тебе надо делать только самое, только в усложненном виде. Готов ты ли пройти за 8 миллионов? Нет, за 100. Это он Куба озвучил. Ладно, но как тебе, Андрей, полной попытки нет, упрощения нет, и помощи ведущего нет, и осталось 5 жизней. Я готов. Ой, скроем на победу. Давай тогда, пошел в куб так быстро. Подожди-ка. Да, она будет ускоренной. Давай, прыгай. На твою ногу. Прямо на твою голову. Нажми на кнопку, и она будет, конечно, сложной. А можно я вот так стану? Ну, кнопку у меня да, лучше. Да, можно. Раз, два, три. Они, видишь, не ускорились. Не засчиталось, потому что они не тонули белую зону. Если они зайдут из этой пустой, то это не считается, да? Да, видно. Надо было не без звука этого красного, а оставить просто без моего звука. Осталось 4. Да, осталось 4. Ты что, все видишь там? Нет, это он Куба озвучивает. Ну как-то там, сейчас не знаю. Ладно, дальше нажимай на кнопку. Как в игре, блин. Осторожно. Сейчас. Подожди ты. Нет. Осталось 3. Я это хотел сказать. Да. Надо еще тебе похуяние немножко побыть. Готов снова? Осталось еще 3. Вот побудьте тут. Я справлюсь тебе 100%. Давай, спаривайся, нажимай на кнопочку. Я что-то... Да сейчас, минуточку. Давай, тебе не минуточку. Ну, так.
Сейчас, подожди, дай я тебе руси. Там одна вошла, другая нет. Две. Осталось две. А кем я лучше у него? Блин. А у меня вопрос будет тебе такой. Давай. Ну почему ты говорил мне, что либо рискуй, либо забирай деньги? Даже себя так спрашивают на последних рубежах. А если я тут стою? Это нормально, нормально. Я что-то себе, блин, понять не могу. Да, ну нажимай. Две жизни еще есть. Только жми, всем жми, тише. Жми. Тише всем. Да ты что сделал? Зачем ты дважды нажал? One life осталась одна жизнь. Нет, не одна жизнь. Еще две у него есть. Ну зачем дважды нажимать? Позоришь ты меня. Жизнь не убралась. Жизнь не убралась, у тебя еще две есть. Я звук выключу, чтобы не хочу себя позорить. Да, давай, запускай. Есть! Пошел! Андрей, включи микрофон! Знаешь что? Андрей, микрофон включи! Да, я сам скажу! Это сделано! А где музыка? Отвечаю, я к тебе приду и развалю тебя. Вся семья кубиков к нам придет. А у меня молоток. Понял? Нет. Ой, не там музыка, простите. О, у меня получилось! Не знаю. Ну, мы знаем, что это было. Это был куб, кстати. Игра последняя, моя смотка была подана. А у Андрея было только две жизни. С вами был Артём. И был и Андрей на тавку. До встречи. Да. 45 минут. Всё. Вы бы смогли победить куб. Да. Осталось только сериал. Один вопрос. Сможете ли вы победить куб? Это мы узнаем потом. Оставься сериал только. Да. Ну как, что чувствуешь в победе, кстати? А может, пока что сыграем? Да, все, пока. Сыграем. Все, пошли. Сыграем, значит. Да, идем. Давай, идем. Все, идем. Мы что сделали? Игру мы подождем. Мы в лайфтопе. Я вспомнил, какую мы игру играть будем. Нет, не такую. Я вам сейчас кину на приватку. Я вам сейчас покажу эту игру. Только сначала дайте мне зайти в Discord на браузере. Ты понял, Артём? Да, я понял. Все, пока. Я вам запись.